Ну, сейчас самый, наверное, нескромный вопрос будет. Скажите, ну а вот из вашего опыта самая максимальная сумма долга, которую вы списали? Как рассмотреть, к примеру, еще ситуацию сейчас, связанную с кредитными каникулами? То есть стоит ли ими пользоваться или все-таки тоже тогда махнуть рукой и все списать? Всем привет, друзья! Вы смотрите «Блокнот Волгограда». Я Антон Белов. Сегодня вместе со съемочной группой приехал, конечно же, в бюро списания долгов номер один. Здравствуйте! Здравствуйте! И сразу хочется задать вопрос. В этот сложный период, период пандемии, можно ли сейчас, собственно говоря, проходить процедуру банкротства? Сейчас действительно сложное время, и не потому, что мы оказались запертым в четырех стенах, а именно потому, что мы оказались не готовы к этому. То есть люди вышли из обычного ритма жизни. Кто-то потерял работу, кто-то остался без дохода, у кого-то заработная плата снизилась, бизнес пострадал, и, соответственно, их доходы точно так же снизились. Но при всем при этом остались кредиты, остались долги, остались платежи, и обязательно их нужно платить. Именно поэтому увеличилось количество людей, которые стали осознавать свою ситуацию, которые стали понимать, что нужно идти, находить выход и, соответственно, обращаться в нашу компанию. Есть другая сторона этой ситуации, что в такой ситуации оказались не только мы, обычные граждане, но и государственные органы, налоговая, пенсионный фонд, МФЦ, которые сейчас работают в дистанционном режиме. Поэтому это время можно использовать для анализа вашей финансовой ситуации, для сбора необходимых справок, документов. Это занимает достаточно время. И самое главное, чтобы это было в срок, то есть юридический срок соблюдался, и, соответственно, все было по норме закона. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно же, да, только единственное, это будет немножко в другом формате и займет чуть больше времени. Хорошо, следующий вопрос. Скажите, почему нужно выбрать именно вашу компанию, именно вашу фирму? Ведь, на самом деле, огромное количество компаний, которые занимаются банкротством. Что вас отличает от других? И как не попасть, собственно говоря, на удочку шарлатанов, которые под видом компании, которая занимается банкротством, наверное, даже дурят людей, я бы сказал именно так. Но в период кризиса, в принципе, это обычное явление, то есть появляются фирмы-однодневки, которые хотят на несчастье других улучшить свое финансовое положение, ну и, соответственно, заработать. Поэтому перед тем, как принять какое-то решение, обращаться в ту или иную фирму, вы должны задать несколько вопросов сами себе. То есть сколько эта компания на рынке, сколько она работает, сколько у нее дел прошло через суд. И опять же, надо понимать, успешная она или нет. Кто вас консультирует, юрист или обычный менеджер? В каких это условиях происходит анализ вашей ситуации? Наша фирма, она федерального масштаба, то есть мы работаем в нескольких регионах. Наши юристы работают с 2015 года по банкротству физических лиц. До этого у них было банкротство юридических лиц. Соответственно, большой стаж, то есть у каждого юриста от 10, от 15 лет стажа. Есть люди, которые с 25-летним стажем. У нас граждане до заключения договора знают стоимость полную банкротства, соответственно, никаких сюрпризов для них не будет, и эта сумма гарантированно остается до момента завершения дел, соответственно, до списания долгов. Именно поэтому нужно понимать, то есть в ту или иную фирму обращаться. Опять же, очень важно, чтобы это люди понимали, что дешевого банкротства не бывает, то есть в принципе, потому что банкротство – это привлечение юристов высококвалифицированных и, соответственно, те, которые имеют стаж, те, которые имеют хорошую положительную судебную практику в этой сфере деятельности. Нашей фирме удалось привлечь таких специалистов, и, соответственно, при правильной их работе мы можем предложить гражданам, клиентам выгодную и оптимальную стоимость всего банкротства. Ну а когда нужно обращаться, когда нужно вообще задуматься о банкротстве, то есть как бы при каких обстоятельствах человеку, и самое главное, наверное, какая сумма должна быть, ну я не знаю, взята в кредит, возможно, какой долг должен быть, чтобы понимать, что да, нужно идти, или, скажем, такой посмотрел, подумал, да нет, еще, наверное, не стоит. Ну к нам обращаются люди с разными проблемами, то есть у кого-то задолженность всего 1-4 месяца, у кого-то уже дело в суде, у кого-то занимается делом служба судебных приставов, и, соответственно, уже часть доходов с него забирают, да, это обычно попадают так пенсионеры. Поэтому у некоторых даже есть ситуация, когда временные трудности, и здесь достаточно толчка для банка либо микрофинансовой организации для переговоров взаимовыгодных условий. Поэтому здесь самое важное не самостоятельно и не в одиночку решать этот вопрос, потому что люди под воздействием кредиторов, под воздействием коллекторов совершают те ошибки, которые, как им кажется, могут
вывести их, да, из этой ситуации, но на самом деле у них появляются все новые и новые проблемы, и уже не только с финансовой стороны, но и во всех сферах их жизни. Поэтому только правильный анализ ситуации и помощь именно юристов, хороших юристов, поможет им выйти из этой ситуации. Поэтому, в принципе, что касается суммы, здесь разницы нет никакой. То есть банкротиться можно и с суммой в 150 тысяч рублей. Поэтому самое главное здесь понять, когда нужно обращаться. Как только вы понимаете, что вы не в состоянии осуществить этот платеж, который, соответственно, идет по графику платежей, нужно уже сразу идти к профессионалу. Хорошо, тогда следующий вопрос. Скажите, а чем грозит, так сказать, процедура банкротства? Ну, этот вопрос волнует многих. Я бы сказала так, что здесь есть разница между обычным гражданином, кто банкротится, и тот гражданин, который до банкротства имел статус индивидуального предпринимателя. То есть здесь есть свои, как бы, есть свои нюансы. А вот с этого момента подробнее. То есть если здесь мы говорим об обычных гражданах, да, физических лицах, то в течение 5 лет они не смогут заново брать кредиты без указания факта на сам факт банкротства. То есть они могут его брать, но они обязательно должны об этом говорить. Ну, скажем, другими словами, они могут подать заявку на кредит, они могут об этом задуматься, но они обязаны указать, что они банкротились. Конечно, это в обязательном порядке. То есть если он будет получать кредит и об этом не упомянет, соответственно, это будет недостоверное сведение. Потом можно будет... Банк будет апеллировать этими данными, не в сторону самого гражданина. Также в течение 5 лет он не сможет вторично банкротиться, то есть это тоже очень важно. Он не сможет в течение 3 лет занимать руководящие должности в юридическом лице. Если это кредитная организация, то это 10 лет. Если же это страховая, не коммерческий, не государственный пенсионный фонд, то это 5 лет. Ну, то есть, в принципе, я так могу сказать так, что для обычного среднестатистического гражданина, да, который работает там обычным врачом, там, учителем, слесарем, в принципе, эти последствия, ну, на самом деле, никак на нем не отразятся. А если все-таки мы с вами берем предпринимателей? Что касается предпринимателей, здесь, естественно, накладывает статус тот, который у него был. И после процедуры банкротства, естественно, запись о том, что он был предпринимателем, удаляется из налоговой. Он не сможет в течение 5 лет заново открывать этот статус, то есть регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Не сможет, соответственно, заниматься предпринимательской деятельностью. Лицензии после завершения процедуры банкротства все будут аннулированы. И если он захочет заново заниматься деятельностью, то, соответственно, только после истечения времени он сможет заново подать на получение лицензии. Точно так же есть ограничения в занятии руководящих должностей в юридическом лице. Это 10 лет, если это кредитная организация, и 5 лет, если это остальные. Еще один вопрос, который также беспокоит многих людей, которые хотя бы раз в жизни задумывались о банкротстве. При процедуре банкротства не отберут ли квартиру или ту жилую площадь, на которой ты, собственно говоря, проживаешь? Ну, здесь надо понимать самое главное, наверное, чтобы люди, задавая сами себе этот вопрос, не анализировали самостоятельно эту ситуацию. Потому что достаточно часто приходят граждане, которые, уже зная, и мне, получается, дают консультацию, говорят, вот у меня есть квартира, и, соответственно, вот эту квартиру у меня не заберут, а вот эту заберут. Ну, то есть здесь никаких выводов не должно быть. То есть анализ должен быть четко только от юристов исходить. Статья 446 ГПК регламентирует четко то имущество, на которое может быть наложено взыскание, то есть то, которое может быть конфисковано. И действительно, если квартира или жилой дом на земельном участке являются единственным жильем для самого должника и для его членов семьи, то на него не может быть наложено взыскание. Но здесь нужно понимать, что такое единственное жилье. То есть это то жилье, где имеет постоянную регистрацию должник, соответственно, постоянно проживает сам со своей семьей, то только в этом случае не будет наложено взыскание. Много вопросов поступает, какого размера должна быть квартира. Только хотел задать, а то вдруг у меня там, скажем,
я не знаю, пятиэтажный дом, в котором я проживаю, и не будет ли такого, что придут и скажут, нет, давайте-ка переезжайте в 36 квадратов, а остальное продавайте. Ну вот на самом деле здесь законодатель не указал ни размер, ни стоимость, ни местоположение самого имущества, то есть той недвижимости. Поэтому, в принципе, даже если у вас 10-комнатная квартира и является единственным жильем, никто вас не заберет. Скажите, можно ли будет уезжать за границу людям, которые, собственно говоря, прошли процедуру банкротства? Не остановят ли их в аэропорту и не развернут ли обратно? Ну, то есть сама процедура банкротства и ее завершение не является основанием для того, чтобы вам запретили выезд за границу. Даже если в момент до банкротства были какие-либо ограничения, то есть такие люди есть, то при запуске процедуры реализации имущества эти ограничения все снимаются. Есть свои нюансы, и некоторые люди попадают в ту ситуацию, когда судебные приставы ограничивают их выезд. Но здесь, в принципе, это решение только по решению суда. И опять же, ну, они, наверное, уникальны. К примеру, если семья на постоянном месте жительства находится где-то за границей, он планирует На Гоа. Да, и он планирует к ним вернуться там на машине, которая стоимость там 10-20 миллионов. То извините, машину оставьте, а сами езжайте. Ясно. Хорошо, скажите, пожалуйста, сколько дел лично вы и вообще ваша компания выиграла уже? И были ли проигрышные дела? Ну, у нас около 300 успешных дел, то есть успешные, это мы подразумеваем не только признание гражданина банкротом, но самое главное 100% списание долга. И сейчас находится порядка 100 дел на рассмотрении в суде. Я даже не считаю людей, которые за момент карантина обратились, и они сейчас на стадии подготовки дел. То есть собирают справки, документы, ну, соответственно, это будущие там порядка еще 67 дел. Ну, а теперь еще один вопрос все-таки тоже серьезный. То есть как бы вы считаете, что нужно все-таки списывать долги, но вот ходит такое мнение, бытует, что когда списываются долги, в процессе списания долгов, не знаю, может быть, уже после списания, есть некие управляющие твоими финансами, которые потом за тебя решают, сколько тебе на поесть, на попить и так далее. Так ли это? Или это все-таки мифы, которые ходят вокруг банкротства? Нет, конечно. То есть просто в момент проведения процедуры банкротства действительно вашими активами всеми управляет арбитражный управляющий. Но опять же, люди, которые обращаются именно с целью дальнейшего банкротства, конечно, у них миллионов нет. И с учетом того, что они получают обычную заработную плату, опять же, я говорю, это обычный учитель, там, врач, слесарь, я не знаю, сидящий, у меня есть клиент, сидящий с ветеранами и так далее. То есть эта зарплата минимальная, соответственно, остается просто на проживание. Карточки блокируются, но они, в принципе, человеку не нужны в этот момент. Ну что, следующий вопрос, который хотелось бы вам также задать, все-таки он, наверное, связан с реструктуризацией. Стоит ли ее делать, вообще задумываться о ней, или все-таки сразу идти к вам и банкротиться? Ну, тут нужно понимать, что реструктуризация долга и рефинансирование – это право банка. То есть дать вам такую возможность воспользоваться этой услугой никто банк не может застать. Если им это выгодно, то, соответственно, они предоставляют вам эту возможность. Если нет, то ни законодатель, ни каким-то иным образом заставить их нельзя. Поэтому здесь, конечно, многие сталкиваются с этой ситуацией и получают эту возможность, то есть воспользоваться этой услугой, на самом деле единицы. Здесь нужно помнить, что если вы пользуетесь этой услугой, то в конце срока, когда нужно будет полностью сумму погасить, вы переплачиваете порядка где-то в полтора, в два раза. То есть это нужно тоже учитывать. Многие не считают, они извлекают лишь вот одномоментную выгоду. Да, потому что сумма уменьшается. Сумма уменьшается, да. А то, что общую сумму, сколько они будут платить, конечно, они не задумываются. Поэтому здесь нужно все взвесить, все просчитать. И если у вас действительно нет возможности платить по графику платежей, опять же, я вот делаю акцент именно по графику платежей, то есть не половину, не какую-то часть, то, конечно же, нужно задумываться о банкротстве, идти к профессионалам и, соответственно, выходить на процедуру, если есть такая возможность. Ну, а какая сумма долга должна быть? Здесь сумма долга не имеет значения, то есть можно банкротиться и при 150 тысячах, и 200. То есть вы не рекомендуете меньше 150? Ну, я не то, что не рекомендую, просто здесь надо понимать выгоду клиента, потому что сами услуги не дешевые, соответственно, ну, чтобы понимать, для клиента выгодно для него это или нет. Ну, а как рассмотреть, к примеру, еще ситуацию сейчас, связанную с кредитными каникулами? То есть стоит ли ими пользоваться или все-таки тоже тогда махнуть рукой и все списать?
А здесь же кредитные каникулы, на самом деле, опять же, воспользоваться могут единицы, потому что такие суммы люди не берут, как правило, берут больше. Ну и, соответственно, те люди, которые ими воспользуются, такие есть, я знаю, но это прям вот реально единицы. Ну, сейчас самый, наверное, нескромный вопрос будет. Скажите, ну а вот из вашего опыта самая максимальная сумма долга, которую вы списали? Ну, у нас была женщина, которой, как ни странно, около 60 лет было. Она занималась бизнесом, но заблаговременно до банкротства все это, естественно, прекратилось, ну, по объективным причинам. И у нее было около 5 кредиторов, это были все банки, то есть не микрофинансовые организации. Ее долг был порядка 35 миллионов. То есть полностью был списан, и, соответственно, сейчас она живет припеваючи. Я представляю, с какой улыбкой человек вышел от вас, такой, да? Вау, 30 миллионов рублей. 35. 35, простите. Ну, знаете, там уже 5 миллионов роли не играет. Хорошо, собственно говоря, я просто немножко растерялся после 35 миллионов, я подумал, как здорово было бы так занять и вот их списать. Ладно, следующий вопрос, он очень простой, наверное. Как вас найти, как вам обратиться и сколько стоят ваши услуги в плане, ну, возможного банкротства или хотя бы просто консультации? Она очень дорого обходится или все-таки бесплатно? Может быть. Ну, все очень просто. Нужно просто позвонить по телефону 590-591, код города 88442, записаться на встречу и, соответственно, прийти на эту встречу с необходимыми документами. Если же человек где-то удаленно, в каком-то хуторе, селе, таких много у нас проживает, либо же вообще иногородний в другом городе, то, соответственно, у нас консультации, встреча будет все, в принципе, онлайн. Ну, есть сейчас все средства связи, поэтому подбираем тот, который более удобен для клиента. Что касается консультации, она полностью бесплатная, именно поэтому я призываю всех людей, которые сомневаются, но здесь сомнение происходит у тех людей, которые действительно уже находятся в какой-либо не очень хорошей финансовой ситуации. Поэтому обращайтесь, мы проанализируем вашу финансовую ситуацию. Естественно, анализ будет не только юристами, но и арбитражными управляющими, с которыми мы длительное время работаем. И уже вы будете после этого принимать решения. И один такой совет, что не тратьте время, не самостоятельно в одиночку не принимайте каких-либо решений и действий, как, например, срочно быстрее нужно продать квартиру, избавиться, либо машину, потому что ошибки такие люди совершают. Слушают соседи, которые не то что и не имеют кредита, а не то что не знают о кредите, они вообще в принципе не знают, что такое займ. Поэтому, конечно, лучше обращаться к профессионалам, те, которые знают это и у которых есть хорошая судебная практика. Ну, еще один вопрос на всякий случай, так уточнить для наших зрителей, для тех людей, которые сейчас нас смотрят. Скажите, ну, консультация же ни к чему не обязывает? Нет, конечно, консультация у нас полностью бесплатна, поэтому я призываю всех ее пройти и получить анализ вашей ситуации, а потом уже будете решать. Друзья, если что, вы знаете, бюро списания долгов номер один, обращайтесь.